человека любим, всегда ныне и присно, и во веки веков. Нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Матери и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека Честные отцы, братья и сестры, сердечно поздравляю всех вас с великим и радостным праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Господь по любви к Своей пришел на землю, чтобы человека возвести на небо. Бог стал человеком, чтобы человека сделать Богом. Бог пришел, восприняв нищету человеческого бытия в пещере Вифлеемской, чтобы даровать нам вечное и нескончаемое свое царство. Снова и снова поздравляю всех вас с этим великим и преславным праздником и причастников с принятием святых и животворящих Христову тайну. Несколько слов поздравления. Спасибо. Светских властей, и от себя лично, и от находящегося здесь градоначальника замечательного города Симбирска, современного города Ульяновска, Сергея Сергеевича Банчева, и от нас всех, кто здесь находится, в этом кафедральном соборе, поздравить вас, а вашу представительную Русскую Православную Церковь, замечательным праздником. Мы всегда с нетерпением ждем этого праздника. Заверяю вас от имени губернских властей, от имени муниципальных властей, потому что мы будем все делать для того, чтобы наша вера, наша Русская Православная Церковь процветали, а мы все несомненно становились добропорядочными, чистыми, честными. С праздником вас, дорогой Владыка, счастья вам всем, успехов нашим регионам и нашей замечательной стране.